Доступное современное образование, равные возможности, индивидуальный подход, поддержка талантливых учителей, развитие способностей учеников, ранняя профориентация, наставничество. Такие цели поставил президент России Владимир Путин перед федеральным собранием. Школа должна отвечать вызову времени, чтобы и страна могла на них ответить. В Московской области началась дискуссия сторонников партии «Единая Россия». В Одинцовском районе темой обсуждения стали актуальные вопросы образования. Как отметила Мария Ежова, заведующая 39-м детским садом, который был открыт в 2015 году и оснащен в соответствии со всеми нормами и требованиями, существуют сложности с комплектованием. И это типичная проблема новых дошкольных образовательных учреждений. Набрать коллектив сложновато, потому что если сады, которые уже работали, там у них уже устоялось, там уже есть свои специалисты, то когда я начала набирать коллектив, столкнулась с тем, что у нас мало специалистов, именно дошкольников, которые по закону я теперь должна брать только дошкольников, да, которые имеют образование дошкольное. Большая ответственность, маленькая зарплата заметно усложняют поиск квалифицированных работников. Но дискуссия должна быть конструктивной. Ветеран педагогического труда Гильда Бот предложила вспомнить опыт прошлых лет. Был хороший опыт. Девочки молодые приходили работать нянечками. И мы отправляли их учиться. Их отправляли в педколледж бесплатно. Они там учились. И еще им приплачивали зарплату и еще типа стипендии. Это все можно решить. Участники дискуссии, руководители образовательных учреждений, учителя, общественники, сторонники «Единой России» и члены партии затронули различные вопросы образования. Обсудили обучение одаренных детей, правила поступления в первый класс, работу коррекционных учреждений и многие другие. По итогам обсуждения была составлена резолюция, в которую вошли наиболее проработанные предложения по решению поставленных президентом задач. Мария Подъепольская, Евгений Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».